конце позапрошлого века, небогатом на зрелище, порой зрительной залой для жителей Петербурга становилась набережная Екатерининского канала, или канавы, как называли ее в столице. Досужие петербуржцы живым интересом наблюдали, как проворные мальчишки ловят бревна, упавшие в воду с тяжело груженных барок. Самые ловкие сорванцов даже запрыгивали на плывущие бревна. «Браво!» – раздавались восхищенные возгласы при каждом удачном трюке. Но постепенно набережная пустела, и едва ли не последним зрителем оставалась пятилетняя девочка Тата Корсавина. Она с замиранием сердца продолжала следить, как лихо балансируют на кругляках мальчишки. Их охота за плавающими бревнами представлялась девочке театральным зрелищем, а не сами искусными актерами. Напрасно кормильца Дуняша уверяла, что, мол, никаких артистов на канаве отроду не водилось, а ловля плавника – обычный для бедняков промысел, позволяющий запастись дровами. Знать бы кормилице, что эта девочка, туго перевязанная шалью поверх капора, будущая великая балерина. Дуняша, конечно, и предположить не могла, что через 20 лет ее воспитанница во всем свете прославит русский балет, откроет новую эру в танцевальном искусстве. Французские и итальянские стили, царившие на подмостках, уйдут в прошлое, и балет станет ассоциироваться исключительно с русской школой. Тамара Корсавина родилась 25 февраля 1885 года. Ее мать, Анна Иосифовна, дочь знаменитого славянофила Хомякова, усердно занималась дочерью науками, обучала ее хорошим манерам и иностранным языкам. А отец, Платон Константинович, танцовщик Мариинского театра, приобщал к миру высокого искусства. Но девочка больше всего на свете любила сказки. Незаурядной рассказчицей была ее кормилица Дуняша. И про чудо-юдо, и про соловья-разбойника, и про жар-птицу. Тата пыталась изобразить птицу в виде буйного пламени, для чего пускалась в причудливый ей только одной понятный танец. Образ сказочной птицы до того увлек девочку, что она решила непременно стать балериной и воплотить свои грезы на сцене. И мечта сбылась. В 1910 году на гастролях в Париже Тамара Корсавина исполнила ведущую партию в балете «Жар-птица». Успех был ошеломляющий. Танец Корсавина и французские критики назвали открытием нового мира. Русскую танцовщицу хотели видеть в Англии, Италии, Америке. После гастролей Корсавину называли не иначе, как прима-балериной. Ее «Жар-птица» стала не менее известной, чем «Умирающий лебедь» в исполнении Анны Павловой. Но путь к славе был тяжек и тернист. В 9-летнем возрасте Тамару приняли в театрально-хореографическое училище, по окончании которого она была зачислена в кордебалет Мариинского театра. О сольных партиях не могло быть тогда и речи. По мнению хореографов, Корсавина не соответствовала типу балерины, олицетворением которого считалась в то время Матильда Кшесинская. Тамара не обладала энергией, напористостью, блеском. В ее танце доминировали лирическая мягкость, мечтательность. Критик Скальковский отзывался о Корсавиной сдержанно. Пока еще рано выносить окончательное суждение по поводу способностей танцовщицы. Она подает большие надежды, но оправдает ли она их, покажет время. Эти надежды Корсавина оправдала в полной мере. Однако первая долгожданная главная роль принесла Тамаре разочарование. Партия в одноактном балете «Пробуждение Флоры» была сугубо танцевальной и не позволяла раскрыть особенность ее хореографического дарования – актерский талант. Первым, кто уловил эту особенность, был ветеран императорской сцены Христиан Ягансон. «Предоставьте эту девочку себе», –
не учите ее. Ради Бога не пытайтесь отполировать ее природную грацию, даже недостатки продолжения ее достоинств». Такими словами 90-летний мэтр характеризовал свою ученицу. И та с успехом исполняла партии, требующие подлинного актерского мастерства. В 1908 году Корсавина начала солировать в русских сезонах, организованных театральным деятелем и антрепренером Сергеем Дягилевым. Он слыл новатором, приглашал художников Пабло Пикассо, Коко Шанель, Анри Матисса. Он пытался раздвинуть рамки классического балета, обогащая хореографию новыми формами. Поэтому, начав работу у Дягилева, Корсавина получила возможность реализовать свой дар импровизации. Каждая ее роль открывала все новые и новые грани актерского мастерства. Так успех «Жар-птицы» заключался не только в знаменитом прыжке Корсавиной, подобно молнии, рассекавшей пространство над сценой, но прежде всего в ее артистизме и особой пластике. Партией «Коломбины» в спектакле «Карнавал» Корсавиной удалось талантливо передать тонкости женской души. А в «Жизели» Корсавина столь искусно воплотила трагедию утраченной любви, что ей аплодировали со слезами на глазах. Работая у Дягилева, Корсавина оставалась вместе с тем солисткой Мариинского театра. Здесь она получала особое вдохновение. Европейская слава не могла заменить тех чувств, которые она испытывала, выходя на Мариинскую сцену. Каждый раз, возвращаясь в Петербург с очередных гастролей, она находила случай пройтись по любимой театральной улице, ведущей к театру. Не случайно именно под таким наименованием «Театральная улица» спустя многие годы вышли ее мемуары. Впрочем, иного и быть не могло. В этой магической паре слов заключалась вся ее жизнь. Здесь она стала балериной. И здесь же женой. В 1907 году в домовой церкви театрального училища Тамара Корсавина была обвенчана с небогатым дворянином Василием Мухиным. Брак этот немало удивил театральный мир Петербурга. Красавица-танцовщица вышла замуж за человека абсолютно чуждого искусству, скромного служащего кредитной канцелярии. Что ж теперь, стало быть, наша Корсавина станет Мухиной? А ведь за ней ухаживал барон Маннергейм. Ради нее оставил семью лейб-медик Сергей Боткин. Трижды просил ее руки хореограф русских сезонов Михаил Фокин. И всем она отказывала. Чем же пленил ее канцелярист? Сведений об этом в мемуарах балерины нет. Зато есть записи, свидетельствующие о высокой нравственной шкале Тамары Платоновны, о ее интеллекте и незаурядном уме. Образованность, в те времена редко встречающаяся в женщинах, была такова, что подчас попросту отпугивала поклонников Тамары Платоновны. Кроме того, Корсавина всегда помнила о закулисных интрижках, о чем предупреждал ее отец. И когда среди поклонников Корсавина увидела вдруг человека, далекого от мира театра, то сразу же согласилась выйти за него. Хотя любви к мужу она не испытывала. Брак этот разрушился в 1913 году, когда Тамара, собираясь на гастроли в Лондон, познакомилась с начальником канцелярии посольства Великобритании Генри Брюсом. Опять чиновник. Разочарованно вздохнули поклонники. Все ждали скорого краха и этих отношений. Однако на этот раз брак оказался прочным. В 1915 году Тамара Платоновна родила сына. Семейные хлопоты настолько увлекли Корсавину, что она отказалась от европейских гастролей в Дягилевской труппе. Но вскоре вернулась в Мариинский театр, где исполняла
классический репертуар. «Жизель», «Лебединое озеро», «Раймонду», «Щелкунчика», «Спящую красавицу». Публика встречала ее восторженно. Но назревали события, заставившие любого театрала надолго забыть о балете. Настал революционный 1917 год. Он принес много нового, и в театр тоже. Корсавина писала: «Артисты организовали свои комитеты. Я была выбрана председателем одного из них. Быть председателем и выступать в качестве прима-балерины оказалось выше моих сил. Молодые танцовщики требовали повышения им жалования и продвижения под предлогом равноправия и справедливости». Тамара Платоновна не могла помочь коллегам и через год решила уйти из театра. С мужем и сыном она уехала в Лондон. Петроград проводил великую балерину своеобразно. На афишных тумбах были вывешены плакаты с надписью «Корсавина – немецкая шпионка». Поразительно. К тому времени Англия, как и Россия, четвертый год вела жестокую войну с Германией. Тем не менее, Корсавина, уехавшая в Англию с мужем-англичанином, считалась почему-то шпионкой именно немецкой. Такова была благодарность гегемона. В Европе Тамара Платоновна продолжила выступать в русском балете Дягилева. В 1931 году ей предложили должность вице-президента Британской Королевской Академии Танца. И она оставила сцену. Отвечая на вопросы журналистов относительно карьеры танцовщицы, Корсавина уверяла, что путь русской балерины начинается с театральной улицы. И цитировала строки своей книги: «Театральная улица навсегда осталась колыбелью творческих поисков. Зеркальное отражение вчерашнего дня исчезло. Теперь то же самое зеркало, беспощадное, лишенное какой бы то ни было лести, будет отражать образы завтрашнего дня. Перед тем же самым зеркалом, под одной и той же крышей на беспристрастной театральной улице, начиналась, продолжалась и увидала карьера танцовщиц». Тамара Корсавина умерла 26 мая 1978 года в возрасте 93 лет, прожив долгую и прекрасную жизнь. Память о ней хранят балетные театры всего мира. Но на родине, в России, имя Корсавиной было запрещенным, а потом и забытым. Во-первых, эмигрантка, что само по себе преступно. Во-вторых, родная сестра закоренелого врага народа, знаменитого религиозного философа, историка Льва Корсавина, одного из пассажиров печально известного философского парохода, на котором были высланы из страны лучшие умы России. Арестованный после войны в Европе, Корсавин сгинул в сталинских лагерях. Так, повествуя о великих женщинах России, уже не в первый раз мы убеждаемся, насколько порой расточительна, равнодушна и жестокой оказывалась наша Родина по отношению к ним. И, к сожалению, не только.